поговорить с детьми уже по-взрослому, но по-взрослому, что, что такое русское искусство. Здесь у нас представлены самые как бы, конечные цели любого искусства, жанровые картины, портрет, натюрморт, пейзаж и этюдный материал. Какое образование Виктор Алексеевич закончил в Ивановском художественном училище в 1981 году, потом Ленинградский институт живописи, скульптуры, архитектуры имени Репина, это Академия художеств в Санкт-Петербурге в 1988 году, и с 1990 по 1993 годы творческую мастерскую при Академии художеств в городе Казани под руководством народного художника Якупова. Я его приглашаю сюда к нам. Коллеги, уважаемый Виктор Алексеевич, ну, наверное, вот эта выставка, после той персональной, да, знаковой выставки, которая была в Центре пропаганды изобразительного искусства, она первая, да, сейчас. Вот именно Виктор Алексеевич ее посвящает русской земле, вот как сказано здесь, в русской Атлантиде, и, наверное, детям, которые все-таки должны определиться в этой жизни. Но приобщение к искусству, к творчеству, к высокому творчеству, мне кажется, не пройдет даром. И будете вспоминать, наверное, с благоговением вот таким, да, вот эту первую выставку, вашу выставку здесь, у Виктора Алексеевича, в детской художественной школе. Друзья, я очень рад открытию персональной выставки Виктора Алексеевича в зале детской художественной школы. Тем более в преддверии его дня рождения, то творчество Виктора Алексеевича, оно очень такое русское, оно очень духовное, символичное. В нем в этом просто есть какая-то своя философия. Все его произведения не просто какие-то созерцательные вещи, а вещи размышления. Вот, например, давайте посмотрим вот работу семейные ценности крещения, да? Ведь это ценности семьи, как и ценности, семейные ценности вот на этой работе лет. Виктор Алексеевич болит душа за разрушение храма. Вот работа, посвященная этой тематике. Болит душа за то, что русский народ спит и никак не проснется. То есть вот этот символ отражен на работе, если ты, почему-то ты русский говорит, ты спишь до сих пор, а когда за ты проснешься. То есть, вот какую бы картину мы взяли, мы везде видим вот эту духовность, эту глубокую содержательность его произведений, за что я ему, как художнику, очень признателен. И его звание «Заслуженный художник России» — это, конечно, действительно заслуженное звание. Я вообще поражался всегда, думаю, как он может обнять всю русскую землю? Вот где-то я вот как он может обнять? А он действительно, он ходит по земле, по русской земле, он ее чувствует, он помнит, что Русь называлась всегда святой, Русь святая, Русь православная, вот подлинный герой его творчества. Вот. Поэтому он собирает эти светилки, эти пейзажи, этих удивительных людей, вот Александр Невский за вами, посмотрите. Удивительный лик, вот, Александр Невский. И посмотрите на фоне нашего караванной ноги. Вот. То есть он соединил все святое во своем творчестве. Спасибо тебе большое за все. Внимание, тебе большое. Еще с художниками, такими как Васинцов, Нестер, Корин Павел. Вот. То есть традиции, они как бы продолжаются, и, так сказать, очень хорошо, что в нашем крае появился такой художник, который, невзирая на все, так сказать, проблемы, которые существуют, отторжение всего того, что принадлежит России, отторжение всего духовного, которое сейчас существует в наше очень трудное время, продолжается это, и это, так сказать, дает нам силу и дает нам возможности верить все лучшее, что создано на Руси, что у нас есть потенциал, который, так сказать,
молодежи расцветет новыми красками. И хорошо, что именно в этой школе дети научатся понимать, что такое большое искусство, мастерство и умение, так сказать, мыслить самостоятельно, индивидуально. То есть, как бы, Дмитрий Лучков, вот эти воспоминания детства, они очень чувствуют своего работы. То есть, он очень чувствует природу, которую он возрос. Он очень хорошо чувствует людей, с которыми он общается. И он способен создавать большие полотна, которые даются только большим талантом и огромным трудом. Вот все это говорит о том, что Россия в наши трудные времена не пропадет и переживет все трудности, которые с нами сейчас происходят. Вот на вашем молодом поколении лежит огромная ответственность, понимаете? Лет через 10, ну, максимум 15, вы войдете уже в серьезную взрослую жизнь, и от ваших поступков, дел будет очень многое зависеть. В нашей культуре именно в сохранении русской культуры, ее духовности, понимаете? Потому что вот сама выставка, которую мы назвали с Натальей Владимировной, как-то совместно получилось, с чего начинается Родина, она начинается с любви. Когда вы маленькие, любовь к своим родителям, маме, папе сначала, потом этот круг расширяется, он охватывает больше и больше близких людей, потом знакомых, потом свой двор, дом, там улица, город, понимаете, вы расширяете весь мир. Но куда бы вы ни попали, куда бы вы ни поехали, вы должны помнить, что Родина у вас одна, это Россия. И вы за нее, понимаете, вы за нее несете тоже ответственность, за ее будущее и за будущее, которое оставили наши предки. Понимаете, я всю жизнь вот так, как этот богатырь, может быть, я искал тех богатырей, правда, вот в свое время. Искал, думал, ну как же так, кто же создал эту дивную Россию, когда я ездил там по глубинке, по провинции, видел остатки храмов каких-то порушенных. И рядом же порушенные деревни, ну значит, здесь были люди, были большие поселения, большие умельцы, строители, художники, понимаете. То есть эти крупицы я как-то вот искал, пытался зафиксировать свои работы. Поэтому я в себе всегда эту ответственность чувствовал. И хочу сказать, что вот в какую дверь вы войдете в самом начале своего пути творчества, вот в какую дверь войдете, выберите свой путь, понимаете? Вот по этот путь, потом в другую дверь трудно будет войти. Если вы будете русские художники, вы и по этому пути пойдете. Если вы уйдете в абстракцию, еще куда-то и так далее, вы не свернете уже назад. Поэтому не тратьте время зря. Смотрите, любите все, что вас окружает. Просто с любовью надо к этому подходить. И кроме созерцания, художник должен еще все переживать. Вот это качество у вас должно развиваться, понимаете? Оно тоже культивируется, вот эта любовь и переживание к тому, что вас окружает.